Всем привет, ребятки, с вами я, Нубик, и мы начинаем жить в этой большой карте. О, смотрите, что я вижу. А вижу я какой-то дворец, домик. А, здравствуйте, овечки. Нифига себе, а я такой, значит, тут, значит, родился. Немножечко вот ягодок пособирал, в лесу походил. И, ребята, смотрите, что я нашел. Целый какой-то замок. Это деревня с жителями. Ух ты, круто. Давайте пойдем посмотрим, это что такое за место интересное. Ого. Так, водичка. Домики. Так, ладно, побежали, посмотрим. Кто же здесь живет? Нифига себе, какая деревня классная. Ух ты. А тут что, пещи? О, пропасть какая большая. Ладно, этой пропастью я потом займусь. Посмотрю, кто в домиках. Здравствуйте, а чё у вас тут так темно? Так, еще пока не ночь. Ладно. Так, пойдем дальше посмотрим. Вот такая вот деревня, ребята, большая. О, я здесь буду жить. Привет, житель. Поговори со мной. Так, никто со мной разговаривать не хочет. Ну ладно. Пойдем дальше посмотрим. Вот тоже жители какие-то. А можно я к вам в домик зайду? Без спросу. Ага, у вас нет, а кроватка есть. Можно где-нибудь у вас здесь буду жить? В каком-нибудь домике. Вон, смотри, священник даже у них есть. А, привет, священник, тебе мясо тухлое надо и алмазики, которых у меня нету. Так, ну со мной особо никто не разговаривает, только вот священник поговорил в этой деревне. Ну что ж, будем здесь жить тогда. Тогда мне, ребята, потребуется какой-нибудь домик, конечно, если, возможно, они все будут заняты. Тогда я себе построю свой дом. Эх, давайте попробуем, добудем первые инструменты. Вот, дерево какое-то. О, а что так все темно? Офигеть. Смотри, какое небо. А, солнце зашло за облака, поэтому... темно здесь. Ладно. Так, у меня есть сладкие ягоды. Давайте их посадим. Будем ягоды кушать. Тогда я здесь посажу себе вот такой вот небольшой ягодный сад. Пускай здесь ягоды растут. Потому что кушать-то я захочу. Но будет что мне поесть. Ух ты, там пчела что ли? Да, пчела летает. Это хорошо, значит, где-то здесь есть мед. Добудем мед, конечно. Вот, дерево вижу. Ну, возьмем березку. Вот, и немножечко добудем дерево. Офигеть, как все темно. Так, ладно. О, ничего не вижу, ребята, темнота полностью. Полная темнота, надо что-то настройки какие-то изменить. Потому что... Очень-очень темно. Ну, будем здесь выживать в этом домике тогда. Здесь уберем. Вот это все не... Ух ты! Семена, я посажу пшеничку себе. Так, больше семян нету, да? А, вот еще одно семечко взяли. Ну, конечно же, источник воды мне нужен. Ну, там, вон я видел. Может быть, там поселиться мне? Почему бы и нет? Там хотя бы источник воды есть. Посадим пшеничку для начала. Ах ты, ё-моё. Ягоды мои. Ну, пускай там растут ягоды. Я к ним потом вернусь. К ягодам. Вот даже вот здесь я могу поселиться. Здесь сделаем домик. Либо там будем туда ходить, в тот домик. Мне нужно бревно. Так, берем, делаем сразу верстак. Верстак ставим. И первое делаем палочки. Потом мне понадобится первый мой деревянная кирка первая. И нужно будет мотыгу еще взять. Ну и лопатку сделаем. Так, все, больше с палочек у меня ничего нету. Давай посадим пшеничку здесь. Вот, немножко. Поле чудес. Дальше. О,
Ну, давай этот, уберем вот эти вот сорняки все. И, может быть, еще семена будут у нас. Потому что мне надо будет чем-то здесь питаться. Да, хорошо, уже побольше. Все, садим. Пшеничка пусть растет. Так, солнышко уже на закате. А скоро наступит ночь. А что же я хотел еще сделать? Нифига, это что такое-то? Вот окна мне нравятся такие красивые. Это, видимо, храм какой-то, смотри. Ого. Я хочу туда зайти посмотреть. Это у священника, видимо. Да, это дом священника. А, давай здесь берем дерн. Он здесь только мешает. Я не знаю, как тут священник ходит. Точно, ребята, это какой-то храм. Фига себе, окна какие, смотри, ничего не видно. А кто там разговаривает? Ну, кровати, я смотрю, нету. И зелье варка есть, стоит здесь. Ух ты, смотри, что здесь. Так, второй этаж. Пошли посмотрим на крышу. А вот и крыша. Смотри, здесь все видно. Всю деревню. О, вон деревня еще дальше, смотри, располагается. А я туда не доходил. Смотри, солнце у нас главное круглое такое, да? А луна у нас почему-то квадратная. Ну ладно. Слушай, ладно, сегодня выходим отсюда. Идем, идем, спускаемся вниз. Надо где-нибудь нам поспать. Да, я посплю. Чувак залез. Ну ничего, пусть он постоит, ему ничего не будет. Ну извини, извини. А, ты священник, ты здесь живешь, оказывается. Ну ладно. А, хорошо. Я в твоем домике был. Но ничего там не трогал. Так, а тут что такое? Тут как бы такое освещение. Раннее утро. Еще пока темно все. Сейчас пойдем сюда, зайдем, посмотрим. Ух ты! А что это такое? Вот это вот. Непонятно, что... А, смотри. Нифига, лаки-блок лежит. А ну давай его откроем. Ух ты. Динамит. Спасибо. Ага, я не знал, что как бы в обычном мире еще спамятся лаки-блоки. Так, есть у меня динамитик, ребятушки. Что-нибудь мы сейчас взорвем. А может быть, ничего не будем взорвать. Так, не хочешь разговаривать, да ладно. Вот, смотри, какой домик. Давай сюда зайдем. Ух ты, хлеб есть. Кожаные штаны, седло. Это все себе я заберу. Так, тут ничего интересного нету. Давайте посмотрим вид с окна. Ну, интересно. Интересный вид из окна. И мы пойдем. Оу, дядечка. Дядечка Железный Голем, привет. А я тут везде шарюсь по домикам, смотрю, как что-нибудь интересное залутаться. Ага, здесь просто кровать. Так, а где я там что-то садил? А, я не помню, где это я там садил что-то? Какая-то тропинка, смотри, прям вымощенная. Деревянная. Ага, оп. Давай посмотрим. Не, давай назад вернемся. Я что-то заблудился в этой деревне. Не могу понять. А куда я пшеничку-то свою садил? Колокол. Давайте позвоним в колокол. Так, жители куда-то пошли все. В домики. Все, давайте по домам. Все, все разошлись. Вот же, где я садил что-то там. Так, пшеничка пока у меня особо не растет. Надо будет здесь сделать мне этот сам сундук сразу. Так, а дерева нету, да? Мне нужен камень. Нужно камень добыть. Камень, где бы мне его добыть? Ну, сейчас сюда пойдем. Здесь попробуем добыть что-нибудь. Так, если долго копать... то можно до камня докопаться. Только я не знаю. А, вот камень, смотри. Ну, сейчас мы камень здесь возьмем. Чтобы сделать мне
нормальное орудие труда из камня, а не из дерева. Потому что мне надо будет топор сделать, да и кирку. Еще дерево надо добыть. О, вообще темнотище. Темнотище. А, ну что ж, наверное, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Как бы интересная карта. Интересная деревня. Пишите комментарии, будем здесь жить или нет. Вам вообще понравилось? Ну, мне понравилась деревня, прикольная. Как бы я где-то видел еще кабачки, это арбузы где-то росли. А че у вас это, ферм никаких нету, алло? Ни фермеров, ничего нету. Может быть где-то здесь есть, надо поискать еще на этой ферме. Потому что мне надо будет семена всяких различных. Свеклу хочу еще, много чего хочу выращивать. А у них здесь, походу, ничего нет. Ну, деревня такая большая. О! Дружище, кожаный... Ну, короче, надо будет заниматься. Может, кто-то мне что-нибудь продаст, скинуть семена. Так, этот одежду продает. Так, а ты, чувак, тоже какие-то кожаные штаны крашеные продаешь? Никому динамит не нужен. Никому. Тебе тоже не надо, да, ничего? Ладно. Тогда идите все в дом. В дом идите все. Идите, все, пошли. Пошли в дом. Никто не хочет со мной торговать, разговаривать. Все. Пускай бегут. А я буду ждать, пока пшеничка вырастет. О, тут еще рыбы много. Надо будет сделать удочку и порыбачить. Прям замечательно. Ну что ж, друзья. Как вы видите, все очень интересно здесь. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.